отпуска. Здесь у нас несколько отпусков мы с вами начислим, но опять же мы будем делать начисление только, сам отпуск будем отражать уже при начислении зарплаты. То есть сейчас нам нужно только заполнить справочник начисления. И первый отпуск, который нам нужно внести, это просто очередной отпуск для бухгалтера Сахаровой. Давайте создадим здесь же в справочнике начисления. Назовем его отпуск. Ну и можно в скобках написать, что это счет 26, поскольку у нас в отпуск уходит бухгалтер. Естественно, если у вас в отпуск будет уходить сотрудник другого подразделения, вам нужно будет заново начислять, делать вот такое начисление. Потому что здесь выбираются счета, и, соответственно, нужно для каждого счета, для каждого способа отражения создавать свое начисление. Здесь у нас будет пункт 7, поскольку это отпуска у нас, статьи 255, и здесь у нас 2012, сумма отпускных выплат. И эти доходы у нас будут целиком облагаться страховыми взносами. Способ отражения мы с вами возьмем отражение начисления по умолчанию, то есть на 26 счет. К ЕНВД у нас не относится. Нажимаем «Записать и закрыть».